С 25 по 27 сентября в Атырау прошли спортивные мероприятия «Казахстан Жастар Фест». В качестве почетных гостей были приглашены признанные мастера единоборств Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и олимпийские чемпионы Роман Власов, Тагир Хайбулаев. Также известные казахстанские спортсмены Максим Раков, Сергей Морозов, Дамир Исмагулов и Шавхат Рахмонов. Трехдневный фестиваль завершился мировым турниром по смешанным единоборствам «Горилла Файтинг Чемпионшип». Большой вечер единоборств. Именно так окрестили масштабный турнир, прошедший минувшую пятницу в нефтяной столице. Зрители смогли увидеть более 10 поединков, в том числе и 3 поединка по муай-тай. Данные встречи стали самыми рейтинговыми. Здесь разыграли 3 чемпионских пояса промоушена «Жангер», основателем которого является Ассоциация боевых искусств Казахстана. Потенциал от русских ребят очень большой. Есть, потому что одна из ведущих областей, ну, по области, если считать, по Казахстану. Так что будем надеяться, что в дальнейшем мы будем совместно работать с клубом, то есть, ну, с дагестанскими бойцами, совместно сборы будем проходить. В числе участников турнира были сильнейшие бойцы из 8 стран. Каждый из поединков был динамичным и зрелищным. Болевые удушающие приемы, технические нокауты, досрочные победы и поражения. Фанаты боев без правил были в восторге и скандировали имена спортсменов. Цель данного мероприятия – широкая пропаганда разных видов спорта и привлечение населения, молодежи и подростков нашей области к здоровому образу жизни. По результатам турнира 5 атырауцев смогли одержать победу над соперниками, один из которых – атырауский спортсмен Абиль Галиев, весовой категории до 64 килограммов. Одолел тайского бойца, тем самым став обладателем чемпионского пояса «Жангер» и денежного приза. Гульмира Сатубаева, Тимерлан Султангазиев, Атырау, Хабар 24.